Чего скребешься? Садись. Ну, ты не откроешь. А, привет. Привет. Это такой сигнал был, да? Типа, зажгнив к открытию двери, да? Правильно? Ну, типа, да. Что, куда такая, раз. Типа, кис-кис-кис-кис-кис. Ну, типа того, типа, да. Типа того, да? Ага. Слушай, ну что, куда едем? Блин, не знаю, давай пообщаемся, покатаемся. Пообщаемся, поузнаем друг друга, как бы, да, типа спид-дейтинг, да? Ой, слушай, я что-то курсе хочу вообще, на самом деле. Может быть, сразу куда-нибудь погоним, типа, в Бресте какой-нибудь. Ну, блин, ну, если кушать хочешь, не знаю, да, может, Макдак в автомаг заедем. Макдак? Ты серьезно? А что? В Чихану хотя бы. В Чихану? Погнали. Ну, давай пообщаемся. А вообще, где цветы мне? Я думала, ты мне сзади сейчас достанешь букетище, а ты вообще, несмотря не подготовленный. Цветок здесь я. Ну да. Сам, да, лучший как бы, да. А, это наша, смотри, это наша, я объясню мою позицию, это наша первая встреча, я тебя не знаю, я даже тебя не видел. То есть ты на фотках одна, могла прийти другая совершенно, может какой-нибудь динозавр вообще, да, условно. Если вторая встреча, или я тебя видел бы живьем, то тогда да, там у меня было бы желание, типа, знаешь, тебе сделать приятное, как бы, я имею в виду цветы. Вот оно как. Ну, что-то нелогично, я же логично все размышляю. Ну, я надеюсь, ты просто так размышляешь, типа, логично, но это не экономишь. Надейся. Да не, я не экономлю. Слушай, если мне девочка нравится, у нас все там на мази с ней, все хорошо, конечно, там я, типа, могу и цветы, и рестораны, и красно-ковровую дорожку на руках тебя понести. Ну, понятно. И вот это все история. Ну, что, расскажи. Это твоя машина? У тебя какие-то вопросы такие прям специфические, да? У тебя какой-то некий, знаешь, расписанный в блокноте шаблончик, вот вопрос. Так, вопрос один, подчеркиваю, короче. Да нет, просто ты на сайте там говорил, что у тебя там золотые хоромы, что ты там такой, типа... А ты что, не поняла, что это шутка, как бы, да? Мы же, там лайт был такое общение, как бы, мы на приколе были. Слушай, ну я с такими вещами не шучу. Не шутишь, да? Ну да, но мне нужен как бы... Ну, в смысле, золотые коровы. Обеспеченный мужчина, я зачем вообще тогда? Знакомлюсь, выбираю, хожу на свидание. А насколько обеспеченный, расскажи. Ну, как, насколько обеспеченный? Так, насколько обеспеченный? Обеспеченность понятия относительное. Это уже человек, который может позволить себе... Ну нет, это что ты закладываешь, слушай. Может, он обеспечен какими-то духовными принципами, да, и устоями? Нет, ну, что ты имеешь в виду? Конечно, а, материально, да? Да. Да, хорошо. Но... Ну, для одного обеспеченности это 100 тысяч, это твоя миллион. Машина, да? Что-то прикопалось к моей машине. Деда. У деда взял. Покататься, говорил, сказал, дед. Опять блин. Или... Я к девочке пошел на свидание, мне нужно ее впечатлить. Я сейчас подъедем к ресторану, и там ждет гелик с охраной. Это скучно. И мы подъедем к ресторану, и там ждет... Лошадь, белая такая вот лошадь, да, конь, вот такой красивый, грациозный. Мы на него сядем и помчим в светлое будущее. Так, ну ладно. Ну ладно, расскажи, а ты ищешь себе что, любовь, не любовь, какие-то раз-встречи, обеспечение, ну, обеспечение, что ты ищешь? Я ищу любовь с богатым. С богатым? Не то, чтобы с богатым, а с обеспеченным мужчиной. Ну, ты так не который назвала, может, обеспеченность – это разное понятие. Удивить меня, который... Да, ради меня готов на все. Ну, видишь, я сегодня без цветов, я тебя готов. Удивил. Ну, очень прям, да, конечно, удивил. А ты что, ко мне пришла без подарочка, я не понял? Ну, а разве девушка должна... В смысле? Ты от меня требуешь, что типа я что-то должен? Я подарочек. Ты подарочек? Да, на все праздники и на все года, на всю жизнь. Ну, надо знать, какой ты подарочек, что там у тебя под упаковкой. Может, там, знаешь, подарочек распаковываешь, а тебе чернила такие раз в морду и все. Ну, да, сначала ты мне свой подарочек, а потом я тебе свой. Класс. Но я вижу, просто даже без сумки что-то странно как-то. Обычно так, девушки с сумками. У меня телефон, а зачем мне? Ну, там, телефон, не знаю, подкраситься что-то еще обычно. Да, там, какие-то красиво, вещи женские красиво. Обычно. Женская сумочка, там, знаешь, все, там, гранатомет, там, не знаю, автомат, там, еще что-то так, достала. Так. Мне с собой зачем это все носить? Не нужно. Я это красиво. Все у меня есть. Ключи на телефон. Это самое главное. Ключи. Так, ну ладно, расскажи тогда, чем занимаешься по жизни? Хочется узнать. Тебе побольше. Слушай, ну я училась, потом. Но не доучилась. Да, бросила учебу. Почему? Не потянула. Да, как-то мне неинтересно. Серьезно? Да, ну у меня вообще, в принципе, это как бы такая разнообразная жизнь. А на кого училась? Да, я на юриста училась. Вот. Да, хорошо, бросила. Что дальше? Да. Ну, какая перспектива? Хожу на съемки.
На съемке? Да. Тебя снимают? Снимают, да. Снимают, да? Да, на видеокамеру. А, на видеокамеру? В каком жанре? Ну, разные жанры. Вообще рекламы часто. Что-то я тебя не видел нигде в рекламе. Какая-то реклама, наверное. Так, ну давай не будем. Журнал «Сатый огород». Больше о тебе. А что ты сразу съехала, слушай? Меня снимают там, типа я все такая. Давай это лучше на второй встрече. На второй встрече? Да, давай лучше мне про тебя интересно узнать. Про меня? Да, расскажи-ка мне. Спрашивай, давай. Допрашивай. Где ты работаешь? Кем? Сколько зарабатываешь? Ты все-таки хочешь, да, вот прям пробить, да, вот эту всю историю? Ну, конечно, хотелось бы. Я вот до сих пор не могу понять, шутишь ты или нет. Ага. Все-таки как бы по переписке ты казался мне другим. Слушай, по переписке я тебе казался другим, это сугубо твоя картинка мира, которая возникла у тебя в голове, правильно? Понимаешь, мы когда с человеком общаемся, мы рисуем его образ у себя в голове, согласись. Да, ну слушай. И он, может быть, другой от реальности, отдельно совершенно отличающийся. Вот ты там, наверное, рисовал, там, не знаю, какие-то хоромы, там еще что-то, я не знаю, султан, там, принц или что. У меня там 5 жен в гареме, как бы, да. Ты пришла такая, значит, в бриллиантах там во всем вот этом. Так нарисовала? Нет, слушай, я хоть и нарисовала, я пытаюсь убедиться вообще. Я не могу понять, шутишь ты или нет. Мне хочется узнать, чем ты слушай, занимаешься. По поводу заработка, и, как бы, во-первых, да. Немножко некультурный вопрос, наверное, на первой встрече, мне так кажется. Почему это некультурно? Ну ладно, если очень уже даже такая петрушка пошла, то 300 будет. Некультурно без цветов на первой встрече. Серьезно? Выходить, ну я же тебе объяснила, тебя не видят, откуда я знаю, как ты выглядишь. Слушай, в любом случае, не понравилось бы, не подарил цветы. А куда я где-то? Ну видишь, я красавица пришла на свидание. Красавица? Без цветов. Думаешь? Я уверена. Да? Да. Еще корону поправлю. Нет, ну главное быть в этом жизни уверенным. Ну я сказал, 300 будет, что? Тебе хватит? 300 будет, но что-то как-то не катит даже на 300. Слушай, да? Это 300? Угу. Я даже не знаю, на продукты в месяц хватит или нет такая сумма денег? На продукты? 300 не хватит, типа? Бензин, продукты, а как дальше жить? Ты не ни скажешь, рестораны, не ни одежды, ни нормальные шмотки. Это вообще, ну, мне кажется, даже среднестатистический человек в Москве так не получает. Серьезно, да? То есть все, короче, больше получают. Так, короче, все понятно. В общем, что понятно? Ты сколько зарабатываешь, скажи. Мне дают денежку, так. Дают? Что тебе еще дают? Друзья помогают. Так, я не зарабатываю. То есть ты, типа, на подачке, то есть ты нищенка, да? Нет, я не на подачке, почему нищенка? Ну как, ты говоришь, я не работаю, я получаю, мне дают, как бы, да? Это, ну, как в средневековье, там, нищие просили деньги, как бы, да? Нет, слушай, давай не обо мне, давай лучше о тебе. В смысле? Я тебе тоже хочу. Так что ты там зарабатываешь? Зарабатываю, что? А что тачка-то такая? А почему есть тачка? Ты вообще без тачки, что? Слушаю, мне она и не обязательно нужна. Серьезно? Это, да, мужики должны быть при классной тачке с хорошим заработком. Ага, еще что должны мужики? Мужики давай, должны бомби. Что должны еще? Ну? Что забыла? Ты блокнотик достань со своим списком. Да я просто вообще сейчас сижу в шоке. Подбираю как бы. А что женщина тогда должна, окей? Да. Подожди, что женщина должна? Время сейчас зря теряю. Ну ты же едешь, знаешь, не зря теряешь. Так в чем вообще? Ты на вопросы даже не отвечаешь просто. На все пошутил на это. Да естественно. Просто мне интересно, если я что-то должен, что ты должна тогда? Типа быть красивой и все? Да нет, почему? Помимо того, что да, красивый. Так. Главное же ведь душа. А, ну так я про себя тоже скажу, главное душа. Нет, а у мужчин это совсем по-другому. Серьезно? Что-то типа из современности, типа, да, вот мужик должен, как женские такие манипуляции, значит, должен, я его муза, он должен только для меня, а я не, у меня душа, у меня красота, значит, вот эта вся история, да? Ну, реально ты так думаешь? То есть ножки свесь, ни хера не делать, как бы? Слушай, я что-то вообще не могу понять. Ну ты много чего не можешь понять, слушай. Мне на самом деле не интересно. Да? Как-то, да. А что ты? Слушай, смотри, давай так, это ты вот трендишь вот просто так, потому что если тебе не интересно было, ты бы сказала, чувак, тормози, я пошла. Ну ты сидишь и пендриваешься, ты набиваешь себе цену, как бы, да, ты продолжаешь ехать. Да нет, кому ты рассказываешь, ты это кому-то олене будешь другому рассказывать. Что узнать? Человек, да ты вроде как бы ничего такое прикольный, да, но. Ты
ты имеешь в виду внешне или что? Ну, да и харизма вроде как ничего там. Да, а, ну, как бы хочется знать про состояние. Я вот не понимаю, вот шутишь ты или не шутишь, вроде как. Я тебе сказал. Что-то как-то. На красный цвет поехал. Да ладно. Ну. Если штраф придет, оплатишь? Слушай. Да ладно, шучу. Я про заработок тебе реально сказал, вот он, вот, средний 300? Доход, как бы, 300, да. Да. Ну, побольше твоего явно, у тебя там подачки явно поменьше. Слушаю, давай. Слушай, ты песни поешь, чтобы я слушал? Однозначно не больше, но 300 как-то маловато. Маловато, да? Сколько нужно, скажи? Может, я что-то придумаю ради того, чтобы такой кроссовкой быть. Около миллиона в месяц, ну и больше. Миллион в месяц? Ну, это нормальные мужики, которые могут позволить себе. Почему ты это говоришь с улыбкой, там, типа, я знаю, что я выпендриваюсь, да, я говорю, да. Там, типа, да миллион, нет. Миллион. Я смотрю, сам у тебя, видимо, кавалеры, с которыми ты вообще общаешься, все по миллиону зарабатывают, да? Ну, у меня много друзей, которые богатые, миллионеры. И вообще пиздоболка. Да нет. Нет? Тогда или нет? Как можно в одно предложение и да, и нет сказать? Как ты пытаюсь. Ну, просто ты пришла, как бы, я считал, что у нас должно быть лайтовое общение. Лайтовое. Так же, как ты, чтобы по мне было тоже непонятно, пизжу я или нет. Понятно. Я нормально разговариваю. Слушай, я думал, у нас лайтовое общение будет, как бы, да? А у нас разговоры какие-то про деньги. Это что-то, это просто я не первый раз на свидании, как бы, да? Так, у вас какой-то скрипт. Вы роботы, что ли, или что? Боты? Что интересно? Сколько зарабатывает мужчина? Ну, если я же не спрашиваю, не позволяю себе какие-то другие свои вопросы. Меня. Если я вижу на будущее, ты... Нет, родная, это ты не сможешь меня потянуть. Даже внутренне хотя бы. Ну, вот тогда слушай, давай закончим нашу встречу с тобой. Так быстро. Раз я тебя не смогу потянуть, и ты меня не можешь потянуть. Просто ты неправильно общаешься, понимаешь? Мы тогда с тобой неправильно общаешься. Алло. Алло, слышишь меня? Что? Алло, дозвониться до тебя хочу. Ты просто изначально неправильно построение разговора делаешь, как бы, да? Опять какие-то деньги. Блин, 21 век, что за капитализм, как бы, да? Должны быть какие-то, ну, духовность. Я не спорю, мужчина должен зарабатывать. Мне нужно понять, сколько я тебе же сказал. Зарабатываешь, ты... сможешь ли ты мне потянуть? Если нет, просто нам с тобой не попить. Зачем я буду время с тобой терять? Я же тебе сказал, я девушка, ну, ты едешь, я хочу, алло. Чтобы меня одаривали подарками, цветами, возили по ресторанам. Ты мне привез, ты мне на свидание вытащил, не вытащил цветов я. Мне не подарил, не... В ресторан мы тут куда-то ездим. Слушай, катаемся, если ты нормально будешь нормальный ключ, выведешь свое общение, ты меня слушаешь, ты мне всегда перебиваешь просто. Интересно. Ты всегда просто перебиваешь. Если ты нормально русло вытащишь общение, я, в принципе, вижу тебя уже сейчас внешне, и я тебе все подарю. Ну, если нормально, а ты не нормально общаешься, понимаешь? Да мне все ты что, ты типа манипулируешь, чтобы вот так вот я, типа, знаешь, стремился внутри твоих себя. Глазах. Так, она мне засирает, надо доказать ей обратно, знаешь, вот эта манипуляция женская. Я то, я все теперь буду делать. Что замолчала? Думаешь? Ну, то есть, я как бы сам захочу, я тебя реально сейчас и отвезу. И я покормлю. Хочу это я понял, что ты голодный, ты голодающий человек, да, живущий на подачке. Я понял. Я тебя отвезу и покормлю, и цветы подарю, там вообще так все сделаю. Так это надо сделаю. Было сразу делать? Ну, в смысле сразу делать? Я же тебе объяснил. По-нормальному пообщаться для начала. Ну вот мы нормально с тобой и общаемся. Ах, класс, конечно. Давай в нормальную тему, в нормальное русло просто уйдем. Окей, я так понимаю, что ты не работаешь, правильно? Подрабатываю. Подрабатываешь? Да. Где? Ну, чего делаешь? Ну, я же говорю, мне... Ну, съемочки вот эти, да? Да, ага. Рекламу. Хорошо. Предлагают? Предлагают рекламу. Да. Ну а что рекламируешь? Бренды разные. Ну какие? Слушай, ну что я тебе сейчас буду рассказать? Ну там туалетную бумагу рекламируешь. Да нет, ну косметику в основном. Косметика. БАДы какие-нибудь. БАДы. Класс. Ну окей, а хорошо, как ты проводишь свое свободное время? Что ты любишь, чем занимаешься? Ну, я вот люблю с подружками отдыхать, по барам, по морям. Где была последний раз? В Дубае? Да, где именно? В самом Дубае, в Шарджи. В самом Дубае, в Шарджи, это как? Это два раза города. Это раз. Во-вторых, Дубай это город, это Эмираты вообще-то называются. Ну да, Арабские Эмираты. Ну, в
Шарджа-то я была в последний раз, получается. То есть, ну, короче, что я тебе буду рассказывать? Слушай, ты лучше мне расскажи, где ты вообще в последний раз был? Я в Анапе? 10 лет назад? Конечно, Геленджик. Геленджике. Вообще-то я в Дубае был тоже недавно. Да? А почему ты стираешь вообще Анапу? Ну, может, пересекались. А почему ты обсираешь там Анапу там, или что, там Сочи, там нормальный да, ну, что там? Слушай, я как человек, бывавший в Дубае, я тебе скажу, в Сочах гораздо лучше, намного. Просто. Не и, знаю, понимаешь, не это знаю. Остальное понты. Не, если, конечно, сравнивать конкретно Дубай с Сочами, то да. Дубай, конечно же, лучше. Угу. Если сравнивать, что там у нас есть, ну, Турцию с Сочами, то, наверное, все-таки в Сочи... Сочи, наверное, ну, наравне будет с Турцией. А так, ну, а что ты сравниваешь? Границу, за границу с ну, ты что, считаешь, что за границу типа, априори круче, чем русский город? Ну, конечно. Сочи столько денег бухнуло, там все серьезно. Так-то. Там неинтересно. Ну, почему-то? Ну, ты ну, когда да, отдыхаешь, там... тебе только косточки греешь или там ходишь какие-то объекты, ну, конечно, изучаешь природные? Я хожу, да. Ну, контингент еще. Контингент. Наши русские, они... знаешь. Короче, не потусоваться. Короче, ты засираешь своих соотечественников? Нет, нет. Для тебя я это своих говно просто очень с ними. Люблю. Ага. Просто... Так, что просто? Нищие. То есть да? в Сочи отдыхать только нищие, да? Ничего, нет, что ну, там Красная Поляна есть, Сочи, там вообще там все серьезно. В России наши все россияне, все с низким достатком. Ну, в основном, ну, так ты тоже россиянка виду. Же. Это, да, я россиянка. Значит, а я тоже такая же. Мужчины. А, мужчины? Вот тяжело тебе, да, вот не выбрать вот, мужика, вот все какие-то с низким достатком, какие-то нищеброды, там на метро катаются, тебя не тянут, как бы, да? Ну да, не, слушай, ну. Тяжело тебе. А что ж ты там в Дубае не нашла себе такого там шейха, как? Ну почему? У меня есть в Дубае друзья. Да, и не то, чтобы. Просто любовные отношения мне сейчас прям. Ну, как бы нужны, но... Так ты, ну, хорошо, ты ищешь... Но не серьезно. А, не серьезно? Ну, типа ну, то того. Есть, типа, не хочешь есть, семью там? Сейчас сидела? Пока, да, семью я не хочу. Почему? Соответственно, смысла нет искать мужчину, который тоже на это был намерен. Вот, в общем, я не хочу ни детей, ни семью. Я просто хочу найти человека, с которым мне будет комфортно. Так. И которым мог бы ну, меня и... потянуть. Угу. Натянуть заодно. Да, ты относишься к таким? Естественно. Я вот просто думаю, относишься ли ты к таким? Который со мной сможет быть, чтобы мне интересно было. Как по-другому-то? Короче, ладно, я понял тебя. У меня есть предложение к тебе. Ну? Поехали сейчас посидим, покушаем. Как ты хотела, ты же хочешь покушать, посидеть? Да? Ну. Вот, и там... Ну, выбор, да? Здесь есть одно место очень такое элитное. Вот, давно, кстати, там не был, периодически бывал. Там посидим, я тебе там и цветочки организую, и все организую, покушаем, пообщаемся, познакомимся. Другое поближе, дело, другое это дело, мне да? кажется, уже нравится. Нравится, да? Да, да, да. Нравится, не нравится, ресторан приближается, да? Ну, тогда погнали. Короче, ты в предвкушении сейчас, да? Наконец-то ты добилась своего, вот, манипуляция прошла твоя женская, да? Мы едем покушать. Ну, конечно. Ты с вечера не кушала, там тебя вот сейчас прыгает, все в душе, как бы, да? Ну, конечно. То есть тебе что-то подарят, наконец-то покушаем. Ты... Наконец-то. Понял, да? Чего что ты от хочу. Меня хочешь? Конечно, я рада. Рада, да? Что? Сейчас, да, тебе понравится. Так говоришь, загадочно. Да, она же как бы загадочно. Вот там, мне кажется... Что? Такой... Ресторан бомбезный, что... Естественно. Я буду в шоке. Конечно, ты да? все. Просто дашься с потрохами. Вся моя будешь, да? Хватит, ладно, можно. Ну, собственно, вот мы приехали. Что-то я не вижу где-то. Вот здесь. Ты что, гонишь, что ли? Че, нет. Ничего-то не поняла прикола. Че, прикол? Ты охерел, что ли, мудак? А че ты? А чё ты? Ты да же хотел. Ты, блин, выпендриваешься вообще. Ты что за дичь, я не поняла? Так. Слышь, столовка я сейчас есть. Вообще реально. Ментов вызову.
Да за что? За что? За машину что ты открой. Сейчас открою. Просто ты со своими понтами. Что за херня, я не понимаю. Ты реально хочешь, я тебе сейчас чтобы тебя отвезли куда-то? Понял? Твое место реально на кладбище, алло. И друзья мои сейчас приедут, вообще тоже помогут. Да они пока приедут, ты 200 раз уже в землице будешь лежать, алло. Машину открой, давай, иди нахер вообще. Мудак конченый. Ремешок забери свой, Ремешок забери свой.